Акция памяти моряка-подводника. В Махачкале у памятника герою Советского Союза Магомеду Гаджиеву прошел митинг. Собрались представители образовательных учреждений, общественных организаций, кадеты, односельчане и родственники героя. Затем прошло торжественное шествие. У памятника воину-освободителю делегацию ожидали учащиеся 1-го кадетского корпуса, туксовцы и школьники с цветами и флагами. После собравшиеся почтили память героя минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов на аллее героя в парке.